Основные стратегии, которые я рекомендую многим своим клиникам, это в первую очередь переводить уже все свои записи на прием именно в строгую запись. Потому что чаще всего у нас привыкли приходить по живой очереди, да, и, следовательно, очень много людей ждут своей очереди. Это, опять же, нервы, деньги и так далее. Поэтому я рекомендую чаще всего проводить такие онлайн-записи, которые действительно могут оптимизировать посещение врачов. Это первое. Второе, это, конечно же, умение вести сервис. А именно, если ваши сотрудники умеют разговаривать с вашим клиентом, объясняют ему и толковывают, а также ваши врачи также прилежно относятся к вашим пациентам, то пациент в дальнейшем обязательно должен будет возвращаться. Далее, маркетинг. Обязательно вы должны себя рекламировать. А именно клинику, врача, специалистов и еще других сотрудников, потому что это вызывает доверие. Кроме того, также рекомендую иметь медицинскую систему для того, чтобы с помощью нее вы могли, во-первых, сохранять информацию о пациенте, обрабатывать его посещение. Вы можете отправлять ему различные смс или там телеграм оповещения. Четвертое, вы всегда можете позвонить вашему пациенту, поговорить, предложить ему аппаратно прийти в клинику, провести профилактические какие-то осмотры и так далее. Следовательно, это и будет приносить вам прибыль. Поэтому это база, которую должны понимать каждый руководитель.